Всем большой-пребольшой привет! Сходили мы в магазин за мороженым, и Лиза осталась гулять. Настя сейчас тоже доедает мороженое, идет, делает уроки. Что Валеру отправила в больницу, я здоровым, возвращается он больной, потому что он там то ли простыл, то ли его продуло, непонятно. В общем, у человека температура, в больнице ничего нету, уже и парацетамола нету, в общем... Целую, полную историю я писала, конечно, подробно я написала в телеграм-канале, поэтому подписывайтесь в Телеграм с Ютуба, там все написано. Короче говоря, сегодня Валеру выписали, он едет домой, дома будет лечиться. Вот так вот нынешняя у нас медицина. Все потому, что СВО финансирование сократили, врачей нету, работать некому. Короче говоря, это просто ужас. 5 лет тому назад было совсем-совсем по-другому. Я сейчас тоже... Ладно, вчера картошку нажарила, сейчас делаю салат, и уже Валера покушает, так что ждем мы папу. Пришлось загнать Элизу домой, потому что когда она узнала то, что приедет папа, она побежала, но осталась на улице, говорит, я буду папу ждать. Но у нас сейчас проходило онлайн занятие с логопедом. Я Элизу записала, пробное бесплатное занятие, я Элизу записала, потому что хочу узнать, какие у нее есть проблемы в произношении звуков и так далее, и в этом мне помог новатор. Или морское приключение, или поиграем с динозаврами, или с Эльзой из холодного сердца. С Эльзой из холодного сердца. Хорошо, хорошо. Эльза говорит, Элиза, пожалуйста, помоги мне собрать красивые цветочки. Для этого давай выберем цветок и заморозим его. Розовый. Розовый, хорошо. Для розового цветочка давай-ка сейчас сделаем язычок острый-острый, вот так. Для синего цветочка надуем большие-большие щеки. Класс, умничка, давай-давай еще держи-держи большие. А теперь очень маленькие. Давай прям вот так. Как будто сок из трубочки допиваем. Молодец. Забор. Окно. Улыбка. Трубу. Что ты здесь видишь? Апельсиновый сок. Гусь. А это что такое? Носки. Точно. А это что за растение? Кактус. Точно. А это что? Веревка. Давай скажем сеть. Сеть. Громко. Сеть. Хорошо, и этот подарочек мы забрали. Огурец. Огурец, хорошо. Дальше. Корзинку. О, корзинка, точно. Что еще здесь есть? Яичко. Яичко, точно. И? Зеркало. Зеркало, отлично. А это что? Зонтик. Зонтик, отлично. И это, давай скажем, ваза. Ваза. Так, хорошо. И этот подарочек мы тоже от Эльзы забрали. Новатор – это живые онлайн-занятия с логопедом, которые разработаны для детей с 4 лет. Новатор – все педагоги с высшим образованием. Занятия происходят в игровой форме, в виде анимированных игр, яркими презентациями и историями. А еще очень важно и хорошо то, что у новатор есть гарантия результата. То есть, если у ребенка нету какого-либо прогресса, то компания вернет деньги. А на бесплатном пробном занятии вы получите полную диагностику речи ребенка с рекомендацией для родителей. Для Элизы дали рекомендации в проработке гипертонуса языка и постановку отсутствующих звуков в речь. Ссылку на новатор я оставлю в описании под этим видео. Также оставлю промокод на скидку 20%. Вы получите скидку 20% на любой абонемент в течение недели. Ой, сколько лет, сколько зим! Привет, конфет! Папа приехал. Ой, вы не подходите. Папа с больницы приехал больным. Сейчас заразит. Вот этот нос красный, чё. Ну я вот так тёр. Вот так делал. Не было же капли ничего. И все. Обалдеть. Чё, выстрелил? Чё, хуже угробили. Совсем, да?
Жена от короны вылечила, да? А тут от простуды невозможно вылечиться. Вообще ужасно. В общем, недовольны, да? Ага. Болтай, болтай, болтай. Мам, папа! Уехал здоровым! Приехал больной! Ага, у него он что? Сопли. Ну вот сейчас она только домой зашла. А, ты гуляла? Ноги мокрые. Вот это у тебя голос, ужас. О, смотри, Котофеева, привет. А где Фрусевал? Папа, ты сейчас заразись. Кого? Нет. Проехали сейчас быстренько в аптеку, забежала тоже в магазин, купила уже 4 пачки молока, и Лиза блины просит, завтра буду печь. Ринзу взяла, Валера вот сейчас будет пить. Пельмени, говорит, хочу с бульончиком после больницы-то. Апельсины, яблоки, хлеб черный, вот этот взяла, лимонад, сахар. Потом Валера вот такую аджику захотел, девчонкам на завтрак хрутку. 3 огурца и взяла облепиху. Валера будет. У нас красная и белая смородина есть, крыжовник. И вот облепиху будет добавлять. Будет есть 169 рублей. Молоко, не помню, что-то 40 с чем-то рублей. 169, 170 рублей. Апельсины 90 рублей. Эти яблоки, Валер, почем? 100? 112. Хлеб твой 50? 36, 41, 57, 99. Аджика сколько-то стоит? 55, 89. И огурцы 125 рублей. Короче говоря, Валера, когда приехал, сейчас он отдыхает, померил температуру, у него было 37,6, поднялась температура, он выпил парацетамол, потому что так больница ему и не дали ни одну таблетку. Как я уже написала в Телеграме, ссылка будет в описании, подписывайтесь в Телеграм. То, что, видимо, последний парацетамол выпил. А если там начнется, например, ну, если был бы коронавирус, его бы отправили в другую больницу, в коронавирусный там центр, да, где вот этот, в общем, где обследуют, с Уфы туда, не сюда в Иглино, хотя у нас здесь есть отделение с ковидом, кто болеет в Иглино, его бы отправили туда, вот, но отправили домой. Больничный ему как бы продлили, уже отсюда, с Иглино, потому что он же больной выписался. Выписку дали, все дали. Короче говоря, я вообще в шоке. И вот он приехал, выпил парацетамол, вот понизилось, мы съездили в магазин, я купила ринзу, и он через покушали все, и он померил 37, и пошел спать отдыхать. Вот поэтому уже у меня влог будет за 2 дня, поэтому дальше будет следующий день. Всем еще раз большой привет. Это влог со следующего дня. Приношу извинения. Тем, кто ждал влог, он не вышел. Честно, искренне приношу извинения, потому что я знаю то, что многие ждут. И когда резко так пропадаю куда-то, конечно же, заходите и спрашиваете. Но на то были мои причины. Тоже по рабочим вопросам, блогерским. Чем мы сегодня занимаемся, расскажу вам. Я сегодня напекла блинов, вот здесь вот блины, заезжали в магазин, купила пирог вот этот с курагой, новая продавщица в частном магазине спросила, свежий, да, свежий, хороший, попробовала, а уже как бы не очень-то вкусный, но уже не пойдешь, не понесешь, в принципе, девчонки не любят, с курагой не хотят, а я съем, нормально. Время уже 20 минут 11, я потому что сейчас тоже с тренировки вернулась, у меня здесь стоит еще посуда, с мамой долго разговаривали, болтали, она тоже нас потеряла, так что вы не одни, не одни, поэтому уже с вечера на следующего дня расскажу, что, как и чего, еще суп сегодня приготовила. Собственно говоря, вот он, тот самый больной человек, вот он. Вот он болеет, да? Болеет, вот он, у него тут капельки капает, он закапывает, да? Чай пьешь. В общем, Валера в танках, ой, расскажу сама за него, а то он шепчет, ничего не слышно, ничего он там говорит. Вчера Валера вот выпил, получается, ринзу, а потом еще на ночь где-то через часа 3-4, да? Через 3 или через 4 ты выпил ринзу? Через 4 часа еще выпил таблетку, и он ночевал здесь, в зале. Думал то, что будет, как и в больнице, много-много раз просыпаться.
Но нет, спал очень хорошо, говорит, я даже не потел. Ну, значит, у тебя, Валера, температуры не было, раз ты не потел. Обычно, так как, ну, вообще, когда у кого-то сахарный диабет, потливость очень такая завышенная, а в этот раз даже он не потел. То есть, возможно, ну, скорее всего, температуры не было. С утра проснулся. Во сколько? В 10, наверное, да? Мы уже с девчонками встали, тут я уже Настю в школу собирать, и Лиза проснулась, они тут позавтракали, Валера еще спал. Я думаю, ну, как бы уже проснулся вот так вот, голову потрогала, голова теплая, но я рукой не особо понимаю, да, лучше уж поставить градусник по мне так и точно определить. Валера уже когда встал, проснулся, поставил градусник 36,6. И сегодня целый день он ходит, мерит температуру, и нету температуры. Все хорошо, единственное у него, конечно, вот голос, да? Но насморк, горло болит? Нет, да. Ты кадалак пил? Нет, чай. Чай? Чай лекарств не стал в этом. Да, морсик делал себе, чай пил фруктовый всякий, добавлял. И, короче говоря, все, температуры нет, единственное, вот как бы вот этот носоглоток. Но все равно переставать он не будет пить лекарства, потому что нужно все равно этот курс, чтобы конкретно излечить, а так, говорит, хорошо себя чувствую. Еще сегодня, а я как раз, когда проснулась, тут покушать приготовила, думаю, пойду посплю перед тренировкой, отдохну. Пошла спать, Валера тут пошел канализацию, ну, как всегда, в общем, как с коронавирусом. Чуть лучше стало, все, Валера пошел, належался. Пока я сплю, так бы я бы ему не разрешила, да, Валер? А тут тихоря-то мы уже поработать даже успели. Обычно к вечеру все равно поднимается температура, да, ну вот не чувствуешь, нету? Нет, сейчас померяю. Померишь? Померишь, посмотрим, потому что на ночь уже в любом случае хорошо. А мне, вот я с мамой сейчас тоже разговаривала, говорю, мам, Валер, я тебе тоже не рассказывала, получается, у тебя же вот ночью поднялась температура в больнице, а Валера там мне ничего не говорил, то есть вечером, когда мы разговаривали, что как-то себя плохо чувствует ночью, он в больнице вставал, ему вот как раз парацетамол-то последний отдали, последнюю таблетку. Ну, это же я так, в кавычках. Возможно, даже, Валер, тебе кто-то из медперсонала дал свою таблетку, я не удивлюсь. И, в общем, мне снится сон в эту ночь, когда тебе плохо было, когда ты в больнице много раз просыпался. Как будто мы с тобой где-то, короче, ходим, что-то о чем-то разговариваем, а я уже это подробно не помню. Но, в общем, мы с Валерой. Суть в том, что мы с Валерой. И где-то, Валера, мы стоим с тобой на дороге, и подъезжает, мы разговариваем, и подъезжает папа на Волге. У моего папы Волга, вот она еще и в кудечке стоит. Подъезжает на Волге, там мама сидит, короче, все-все сидят. Настя, Лиза, Катя, Анжелика, там все, Валера, брат, Алеша. И как бы, ну, привет-привет, Маша, тогда-то садитесь. И вот и мы с тобой сели в машину и поехали. Потом на следующий день-то Валера, получается, мне звонит и рассказывает, то, что вот у него вот себя плохо чувствует. И вот сейчас-то, когда с мамой разговариваем, я говорю, вот, папа, типа, это все, собирайся, езжай домой. А вот так вот, кто его, ну, вот, как будто бы показал, типа, пусть Валера это домой уезжает, а я-то не знала, что ему плохо. Как бы вся семья дома, и Валеру тоже домой забираем. Понял, да? Так что папа на Волге даже за тобой с того света приезжал. А то уедешь в другую сторону. Не дай бог, конечно. Ну, в общем, Валера хорошо себя чувствует. Девчонок сейчас тоже положила спать. Сегодня сделали с Настей уроки. Еще что там, пару дней и каникулы будут. Завтра узнала то, что, ну, по гимнастике. Завтра с девчонками сходим на гимнастику. 200 рублей на пробное занятие. Сейчас, кстати, надо будет зайти посмотреть, во сколько. Записываться не надо. В общем, нас Валера свозит. Посмотрим, как им понравится или не понравится. Если понравится, можно будут ходить. А если не понравится, то уже будут дома сидеть. Вот такие вот дела, короче говоря, у нас сегодня. Такого еще забыла самое главное рассказать. У меня ни одна помидорка не взошла. Ни одна. Вот я вот столько посадила, вы видели, да? Ни одна помидорка не взошла. И вот сейчас мама говорит, Алвин, ты замочи на салфетке. Валер, вот эти черри, которые сажала,
Ни одна помидорка не взошла. Прикинь. И вот и сейчас я уже это на салфеточке, думаю, замочу. Не на салфетке, а на ватном диске. И уже посажу. Может быть, тогда взойдет. Завтра планирую тоже посадить все цветы. Это астру я еще низкорослую не посадила. Потом, что еще? Бархатцы. Вот смотрите, когда я держу телефон. Сейчас поближе покажу, что у меня с пальцем происходит. Бархатцы хочу посадить. И еще посмотреть, какие у меня там цветочки. Может, какие-то, конечно, на апрель оставлю. В общем, завтра будем этим тоже заниматься. Вот они, реалии блогерства. Видите, вот эта ямка. Это вот я телефон держала. Я не удивлюсь, если у меня под старость лет будет кривой палец. Я все время стараюсь вот так телефон держать, но у меня по привычке я вот как бы вот... Как я его держу-то, не могу показать. В общем, вот так вот все время он вдавливается. И это ничего хорошего, это же на косточку, а телефон довольно тяжелый. Вот когда я долго вот так с вами разговариваю, у меня потом палец Валера вообще телефон не может держать. Я это уже вроде как подпривыкла. А Валера даже просто минут 5 подержит телефон, я его там, например, попрошу, и у него уже сразу же это, типа, рука устала, все, не может держать. В общем, завтра будем с вами сажать цветочки. Сходим на гимнастику детям, посмотрим, как это все. В общем, завтра снова увидимся. Завтра я выйду во влог. Извиняюсь еще перед теми, кто, если вдруг ждал мой влог. А я еще и в Телеграме обещала выйти. То, что я это выйду сегодня вечером. Но уже поздно, и поэтому я еще с мамой говорю, долго разговаривали. Мама тоже будет сажать завтра все цветы, бархатцы, какие она еще запланировала. Помидорки она посадила, говорит, все прекрасно взошли, все хорошо. Это у меня вот с помидорами не лады. Это вот как с тестом, наверное. Я вот тоже так же тесто. Я не знаю почему. Но вы видели, я нормально посадила. У меня в 10-литровом ведре лучше помидоры взошли, чем в этот раз. Наверное, был неблагоприятный день. В общем, если вдруг у меня что-то не всходит, я буду все говорить, что это неблагоприятный день. Сама себя успокаивать. Но все равно посадим. Сейчас я пойду замочу, ну, как бы салфетку намочу на салфеточку, на ватный диск положу семечки и сверху тоже влажной салфеточкой, влажным диском прикрою. И все. Всех люблю, конечно, целую и обнимаю. Хорошего вам настроения, самочувствия и всего только самого-самого наилучшего. Люблю, целую и обнимаю. Еще раз. Так что всем пока-пока.